В моей поездке на слет блогеров желания, события и случайности переплелись самым странным образом. Казалось, я попала в некий поток, который подхватил меня и понес уверенно, но при этом заботливо, к некой, даже мне, неизвестной цели. Взять хотя бы дорогу до экопарка. Я договорилась с водителем через Блаблакар. Ехали ночью. Я пыталась дремать, но не особо получалось. Вначале было жарко, затем холодно. Потом я следила за тем, чтобы меня высадили в нужном мне месте. Колтово. Что за Колтово? Водитель впервые слышал это название и чуть не высадил меня за 12 километров до нужного места. Хорошо, что за нашим перемещением я следила самостоятельно с помощью навигатора. И вот ранним утром я очутилась в 19 километров от экопарка Яснополя. Что делать? Идти пешком? Да, такой вариант допускался. Но я решила автостопить. Хочу сказать, в автостопе я не сильна. Однако, спустя 15 минут остановилась первая машина, и молодой парень подвез меня на пару километров вперед. На новой точке дело пошло быстрее. Буквально через 5 минут я ехала уже в другой машине ровно до поворота к экопарку. И здесь, стоило мне захлопнуть дверцу автомобиля, я поняла, что начались чудеса. Иначе, как объяснить, что по проселочной дороге, будто бы меня встречая, шли организаторы слета Олеся и Борис. Минута в минуту, секунда в секунду, я подъехала, и они подошли. Прошу любить и жаловать. Организаторы слета. Доброе утро. Что так получилось, что мы шли, прогуливались, и вот такие хоп, выходим, и Танюха приезжает на машинке. Получилось, вроде как меня встречают, хотя люди сами гуляли, а так вот сошлось прям идеально. Я сразу узнала лица знакомые. Общаясь и вдыхая свежий воздух раннего утра, мы незаметно подошли к парку. Олеся и Борис отвели меня к месту для установки палаток. Показали месторасположение всех необходимых удобств и убежали заниматься своими делами. И вот я осталась одна. Забавно, мое стремление к одиночеству сумело найти себе место даже в поездке на столь массовое мероприятие, как слет блогеров. Итак, друзья, я первая в экопарке Яснополе. Так получилось, что невольно Олеся и Борис меня встретили. Провели до места, где будут у нас стоять палаточки. Тут поддончики, на которые можно ставить палаточки. Ну, я так подумала, что зачем мне поддончик какой-то жесткий. Я поставлю на земелечке родимой, на травушке. Правда, она еще мокрая, но ничего страшного, она высохнет. Вот здесь планируется этот общий костер вечерний, посиделочки. Вот, Олеся, Борис меня проводили, показали, сказали, о, топорик, брутальненько, тут урночка, такое сочетание, урна такая, и такой маленький топорик, кстати, прикольный топорик, полностью железный, забавненько, ну, конечно, такой тупой-тупой, вот на таких тюках соломы будем сидеть. Там, я так понимаю, будут у нас лекции проводиться. Ну, все это я еще вблизи покажу. Сейчас, если честно, меня рубит. У меня практически две бессонные ночи. И хотелось бы до приезда всех блогеров просто тупо поспать. Поспать, поспать, поспать. А вот, кстати, горелочку я все-таки зря не взяла. С утра-то кипяточка нет, а чайка бы сейчас бы не помешала хряпнуть. Ну, обойдусь без чайка. Все, народ, ставлю палатку. Кстати, тут такая вот прелесть есть. Ежевичка. Вот это очень даже классненько. Природа. Поставила свою палаточку. Тут как-то на отшибчике. Хотя, с другой стороны, рядом вот с костровищем намечающимся, без всяких поддонов обошла, поставила на земельку, чтобы землю ощущать, как истинный походник. Вот, и хочу сейчас пойти искупаться, там где-то душевые, а то все-таки после дороги хочется освежиться. Ну, правда, душ летний, то есть вода будет холодная.
такой очень милый вид из палатки. Цветы полевые, небо голубое. Я попыталась поспать, но что-то так полудрема какая-то получилась. Сна не получилось. Птички звуки издают. Иногда, кажется, мышки. Клеща одного нашла. Прикольно быть на месте слета первой и в одиночестве. Вокруг никого, я одна. Но я же одиночный походник. Вот, пожалуйста, мне одиночные условия. Все как нужно. Ну что, в этом шаре яблока очень даже приятно сидится. Вообще забавно, пока блогеров нету, Танюха одна тут, ну и рабочие, организаторы ходят, благоустраивают, готовят. Здесь можно заряжать свою технику. Там что-то работается, делается. Гуляю. Нет, ну вы представляете, вот я же люблю быть одна. И судьба предоставила мне такой шанс исследовать этот экопарк в одиночестве. Потом, конечно же, те же самые места я буду снимать уже, когда здесь будет ходить сотни блогеров. В этом экопарке вот так за стеклом растут помидорчики. А потом здесь будет много людей. Будут проводиться всякие там лекции. Даже вон доска рисовальная. А я вам все показываю до того. Конечно, тут можно ходить по тропинкам. Это я вот тут по кушарям-то по траве пролезлась. Как дикий человек. Только что погуляла по ясному полю. Ну, не все обошла так. Ну, нормальненько так прогулялась. А теперь валяюсь рядом со своим рюкзачком. Отдыхаю, поотдыхаю. А такое состояние, я две ночи очень слабо спала. Такое состояние какое-то, ни туда, ни сюда. И заснуть вроде как не могу, и проснуться до конца не могу. И маюсь, в общем-то. Такие забавные домики есть в этом экопарке. И обратите внимание, деталька. Гамачки. Прямо под домиком висят гамачки. И можно вот так вот в них комфортно покачаться. Качаться и общаться. Вот видите, там помидорчики. Я так понял, это не просто теплица. Это гостиница-теплица. Ну, внутри я не была, не знаю, как это сочетается. Но прикольно. Тут такая замечательная полоса препятствий. Я тут на этом качаюсь, сижу. Поэтому, наверное, бегать нужно. По этим всем бревнам. Кстати, нужно пройтись, вам показать. Может, потом в действии кого покажу. Ага. Тут по бревнышку. Держать за веревочки. Она такая детская, скорее. И там вон какие-то приколюхи. Такие дела, ребята. Сижу на ресепшене. Девочка, которая должна была быть на ресепшене, что-то там с машиной непорядки, задерживается. И вот я предложила свои услуги Олесе, и она не отказалась. Буду принимать. Ну, кого успею. Может, никого-то и не успею, собственно говоря. Ну, сижу здесь. Здрасте. А вы кто, девушка? Это с Татьяной просто уже многократные встречи у нас. Не раз уже приезжала в Карелию к нам и все. Вот опять фото с мартышкой. Ну ладно, еще тут будет время. Еще пообнимаемся. Yeah.
да, таким, да. И таким. Две. Для Татьяны Гордеевой. Да. Все? Все, все. На такой машинке Андрей приехал, Максим приехал, и еще парни там приехали. Где твой большой рюкзак? Вот здесь рюкзак. Вот рюкзак, где надо рюкзак. Все. Держи тебе колобок. Спасибочки. 3 дня камер. Без перерыва. У ламы бархатистый нос. Вот. И она лезет целоваться с Максимом. Память обязательно. Кто мартышка? Так я, конечно, кто еще? Ясно, все. Так, тут Андрей будет обустраиваться. Олеся тут говорила, на слете никто пить не будет. А у Андрея такая кружка, которая казалась даже не кружка, а кружка-термос. Это из серии «Мне очень нравится». Такая фишка, когда кто смотрел фильм Шерлок Холмс и доктор Ватсон, как он ему сказал, Холмс об этом знает любой лондонский мальчишка. Он сказал: Ватсон, дело в том, что я не любой лондонский мальчишка. Так что все. Я же на слет приехал. Да. У Андрея свои правила. А мы же старой традиции. Любой туристический слет — это не только палатка и песни у костра, но и песни у костра. Да. В том числе. Все. Палатка уже практически стоит. Да, она уже стоит, потому что нужно как-то вещи перетащить. Да. Лагерь практически установлен. Главное, так, хоть кто-то из блогеров-походников готовит в походных условиях. Лайфхак, как одной водой приготовить макароны и сосиски. Вот, кстати, сразу, первое, по ходу дела. Первое, надо перестать заморачиваться. И чай. А я подумала чай. Ну, на чай еще воды есть. Татьяна, смотри, вот нормальные пацаны-походники. Да. Воды мало, это поле. Да, да. Поэтому ее нужно растворить. Все используют. Сейчас раз сосиски сварили, потом чаек. Чай не допили, суп. Да. Мы почистили. Потом с утра, это день с утра. Не, на утро не станется, мы потом помоемся в конце, поэтому как бы. Не, это девчонка. Ну да. Миш сказал, что у тебя еще. Это еще один лайфхак, что делать, если кто-то не взял вилку. Да, не, не, это просто интересные моменты. Здесь еще может держаться. То есть когда вот образуется, он говорит, что берут одна из операций, там их. А мне мои зрители скажут, как же так, Таня? Потому что я ничего не взяла, я на халяву приехала, буду есть, что найду. Честное слово, я бы точно так же ехал бы вообще без ничего. И вживляют сюда, да. А это что, Денис, что ли? Чья заслуга? Это все, да, это не мое. Если есть вариант, который... Понятно. О, давай, да. Ну, как бы уже... Ну, веточки брутальные все-таки, это как-то вот круче. Но спасибо. Даже у меня внимание привлеклось это поснимать, а ложка бы она не привлекла. Клаб внимания вообще никак. Через определенное количество лет. Привет. Я передаю привет зрителям Татьяны Гордеевой. Да. Я тоже как-то с ней спорил.